Детский сад «Мозаика» Салехард из-за короткого замыкания на втором этаже в музыкальном зале возник пожар. К счастью, это легенда учений. Детей эвакуировали до приезда огнеборцев. Взрослые люди сами знают, куда они пьются. Детей нужно правильно вывести, собрать, организовать, пересчитать. То есть это намного сложнее, чем эвакуировать объекты, опять же, с массовым пребыванием людей, где взрослые люди. То есть для детского сада. И основная цель этих учений, в первую очередь, самое главное, это правильная эвакуация и спасение детей при возгораниях вот в таких учреждениях. Отрабатывает легенду 11 спецмашин и около 100 человек личного состава. Такие учения полезны не только сотрудникам МЧС, но и работникам детсада, чтобы знать, как вести себя в случае реальной опасности. Подобные учения проводят ежегодно. Впрочем, сегодня их начало пришлось немного отложить, потому что у детей был завтрак. Впрочем, пострадавших, даже потенциальных, удалось избежать. Мария Савельева, Андрей Науменко, программа «Время и мало», Салехард.